Современная рабочая сила. Дешевая и мобильная. Сегодня в джунглях Меконга, завтра в России. И не партизанскими тропами, а вполне легально, чартерными авиарейсами. 100 аккуратных вьетнамцев заменят современную поточную линию. 1000 залепят пластилином всю страну. Иностранные рабочие как воздух нужны экономике, в которой прибыль важнее технологии, прибыль важнее развития, прибыль важнее всего. У страны, у экономики есть простой выбор. Либо нам создавать новые типы производств, высококвалифицированные, инновационные, быть конкурентоспособным в мире. Для этого нам потребуются, безусловно, сугубо высококвалифицированные кадры, специально подготовленные и так далее и тому подобное. Либо использовать приезжее население, которое возможно эксплуатировать, недоплачивая. Таким образом, у нас возникает второй момент. А зачем нам, собственно, развивать промышленность? Зачем нам нужны квалифицированные кадры, когда мы можем иметь страшно отсталую, по сути, экономику, использующую рабов?